Re, viss ēters ir te! Добрый вечер. Этой ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер слабый, и в отдельных районах образуется туман. Минимальная температура воздуха на большей части территории страны минус 2, минус 7 градусов. В Видземе при ясном небе столбики термометров опустятся еще ниже, до минус 8, минус 13 градусов. При этом в прибрежных регионах около нуля. Днем в Латвии переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер от слабого до умеренного, юго-восточный, восточный. Максимальная температура воздуха 0 плюс 5 градусов. В Риге этой ночью минус 3, минус 5, облачно с прояснениями. Днем в столице будет светить солнце, и воздух прогреется до плюс 3, плюс 5 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Хорошего вам вечера и до свидания.